Юные сестры Милати и Изабель живут на красивом индонезийском острове Бали и уже 7 лет очищают его от пластиковых отходов. Им было 12 и 10 лет, соответственно, когда они запустили движение под названием «До свидания, пластиковые пакеты». Люди назвали остров райским. Мы постоянно были на природе, на рисовых полях, в горах. Но, к сожалению, уже в 10-12 лет, куда бы мы ни шли, везде был пластик. После урока истории о знаменитых личностях, таких как леди Диана, сестры захотели что-нибудь сделать для своего острова. Сначала они запустили петицию с призывом отказаться от полиэтиленовых пакетов. Потом организовали сбор пластиковых отходов. К девочкам присоединились тысячи человек. Мы сказали: «Довольно, надо что-то делать». Вот как появился проект «До свидания, пластиковые пакеты». Мы решили действовать без бизнес-плана, без стратегии, но с большим энтузиазмом и осознанием того, что мы не можем ждать, пока повзрослеем, и только потом начнем действовать. Считается, что Индонезия – второй по величине загрязнитель мирового океана пластиком. В прошлом году власти Бали запретили использование полиэтиленовых пакетов. А в ближайшие 5 лет правительство страны планирует сократить пластиковые отходы на 70%. К 2040 году Индонезия хочет добиться, чтобы такого мусора не выбрасывали вообще. Милати и Изабель выступали на многих крупных мероприятиях по всему миру, в том числе и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они также раздают экологичные сумки и бумажные пакеты, сделанные из вторсырья.